Арктика – точка притяжения интересов и приоритетный для России регион. Сейчас в Мурманской области создана зона опережающего развития, особые условия для бизнеса и притока миллиардных инвестиций. О достижениях региона глава Мурманской области рассказал на ежегодном Гайдаровском форуме в Москве. Губернатор отметил, что нашему региону удалось пройти сложные времена без остановки крупных строек и производства и даже добиться прироста инвестиций на 19%, а улучшение условий жизни людей Кольского края – это приоритетные вопросы. Что касается экологии, то здесь вы правильно сказали, это очень важный элемент для всех, для качества жизни людей. И, например, последнее решение, о котором мы договорились с компанией «Норникель», это, по сути, строительство нового белого металлургического завода в городе Мончегорске. Это 90 миллиардов рублей инвестиций, совершенно другие технологии. Для нас, конечно, это, безусловно, такая очередная, очень важная победа.